Всем привет, меня зовут Сергей Бондарь, я коммерческий фотограф, и с клиникой Консилиум я знаком достаточно давно. Часть работ, которые здесь представлены в клинике и на сайте, это наш совместный труд, совместная работа. И в процессе съемок, знакомясь с персоналом и с докторами, очень сложно не стать клиентом клиники Консилиум, потому что все то, что здесь происходит, тебе нравится, здесь находиться приятно и посещать это место, и, естественно, заботиться о своем здоровье. Сегодня я был на приеме у кардиолога, у Тхоховой Елены Николаевны. Сюда меня привело другое лечение. Я сдавал кровь на холестерин и выяснил, что он немного повышен. И со временем ничего не изменилось, и принял решение все-таки сходить к кардиологу и в целом проверить свое состояние сердца, потому что когда тебе чуть больше 30, наверное, об этом можно позаботиться, хотя бы просто узнать. Предварительно я сделал УЗИ и с этим результатом пришел к доктору, чтобы ему было легче определить диагноз. Наверное, так не всегда следует делать, но, наверное, опыт общения с врачами немножко подсказал, что все-таки стоит. Хочу поблагодарить доктора Елену Николаевну за ее спокойствие и уверенность, потому что, когда ты приходишь с пониманием, что, возможно, есть какая-то проблема, тебя успокаивают, тебе уверенно говорят, что чем нужно заняться и на что обратить внимание. Спасибо клинике Консилиум. Занимайтесь своим здоровьем.